начале совещания зампред правительства республики Юсуп Зурабов отметил, что комитет по туризму провел большую работу за прошедшие годы по реализации проектов, которые были поддержаны в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». После заслушали доклад исполняющего обязанности председателя комитета по туризму республики. Магомед Цуроев рассказал об оказанной грантовой поддержке в 2022-2023 годах на реализацию общественных инициатив. На развитие туристической инфраструктуры и осуществление господдержки развития инфраструктуры туризма было выделено более 80 миллионов рублей. Актуально стоит вопрос, есть поручение главы республики Мамедова Мунширековича и Владимира Владимировича Сластенина о том, чтобы проверить эффективность использования этих средств, направленных на развитие туризма в Ингушетии. В 2023 году из федерального бюджета было выделено более 203 миллионов рублей. Вместе с республиканским софинансированием субсидии составили более 205 миллионов. Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, республике выделено из федерального бюджета 19 миллионов 395 тысяч рублей на поддержку трех инвестиционных проектов по созданию модульных капитальных средств размещения. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 15 апреля 2023 года участниками заключено соглашение о длительном деятельности в размере 19 миллионов 590 тысяч рублей. Из трех проектов реализовано два проекта, и мы с вами позавчера встречались, нам сказали, что 20 октября оставшиеся три модуля будут введены в эксплуатацию. Также на встрече обсудили вопрос выделенных из республиканского бюджета субсидий на проведение конкурса проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения – кемпингов. В соответствии с постановлением правительства Республики Ингушетия от 17 мая 2023 года номер 77 определены победители конкурса. С 18 участников заключено соглашение о предельном денежном в размере более 82 миллионов рублей. Экономия субсидий по данному направлению составила 618 тысяч рублей, из них федеральные средства субсидии 612 тысяч рублей. Количество созданных модульных и капитальных средств размещения на окончании проекта составит 57 модулей, то есть 57 номеров. Количество мест размещения 170. Из 18 проектов реализовано 3 проекта, то есть 3 проекта они сдали отчет по завершению работ, и по 3 проектам введено 10 модулей. По результатам конкурсных процедур в соответствии с постановлением правительства с 37 участниками заключены соглашения на сумму более 103 миллионов рублей. Благоустроить планируется 25 туристических мест. Мадина Цора, Мавлатгирия Хильгов, Магаз, 24.